Между кладбищем и развилкой есть лесной массив, а по нему лежит тропинка. Сейчас я проеду по ней. Она лежит в стороне от трассы и менее шумно и пыльно. Вот она, тропинка. апреля. Распустились дубы, светло-зеленые цвета в лесу. По тропинке можно пройти пешком, а можно проехать на велосипеде. Спрашивают, как много комаров в Кавказском лесу. Ну вот, как вы видите, сейчас совершенно нету. Не слышно даже мушек. Не слышно комаров. Болот здесь нету. Все дожди, которые проливаются на землю, все они все смывают вниз. Как комаров, так и плодородную почву. Поэтому кровососущих комаров здесь нету. Вот просвет, заканчивается лес, впереди развилка. Вот выехал на улицу Дружбы. Переезжаю через ерик Кумпанов, я так понимаю. Вон в тополином пухе. Ну вот улица Хадыженская. А мне нужно дальше. Как вы думаете, что это за цветы? Не догадайтесь, это цветет хрен. О, да, точно, хрен. О, и запах у него интересный такой. А вот это шелковица. Смотри-ка, еще мая нету, уже плоды появились зеленые. Вот они.